Всем привет, с вами Тормод, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игрушку сети Skyline. Ну что ж, напомню вам, что мы в прошлый раз хотели построить у нас сельское хозяйство, чтобы у нас продукты в город шли. Давайте с этого и начнем. Так, выберем дорожки, давайте как-нибудь, или даже широкие, наверное. Да, давайте выберем широкие дорожки. Сейчас мы посмотрим, как бы нам провести. Наверное, это будет центральной улочкой. И от нее уже будут идти маленькие. Так, ничего я не перепутал. Да, здесь у нас все это сельское хозяйство. Я даже думаю, мы немножко выровняем эту местность для того, чтобы... Вот, по крайней мере, вот этот кусочек мне бы очень хотелось выровнять. Ой, эти подсказки все. Так, так, так. Я тут включил, выключил несколько модов. Поэкспериментировал с ними. Словил несколько багов. Но ничего страшного. Все как всегда. Жизнь течет своим чередом. Ожидаем пока что... Опять доступность почвы. А мы сейчас ее вот сюда добавим. Вот. Мод на дороге, он конфликтует пока что с новым DLC про катаклизмы, катастрофы. Вот такое вот дело у нас. Разработчики мода пытаются сейчас все это исправить, пытаются... Сделать, чтобы он работал корректно. Вообще работал. Не знаю, что у них там на уме. Но посмотрим, что у них получится. По крайней мере, они уверяют, что они в поте лица пытаются решить эту проблему. Так, давайте выключим смену дня и ночи. И добавляем дорожки. В первую очередь нам нужно здесь... Все раззонировать. То есть, все это сделать на зоны. Эх. Не получается здесь. Ладно. Потом обязательно надо будет провести сюда воду. Ну, воду недалеко вести. Вон, с горы спустим. Вода, электричество. Все это не проблемы. Так, здесь, наверное, сделаем большую, длинную и соединим ее как-нибудь вот такими кусочками. Ну и с этой стороны также. Ух. Эх, не хочет он. Хе-хе-хе. Так, давайте переделаем немножечко и посмотрим, что у нас получится. Так. Блин. Ладно, не мудрство, а лукаво. Давайте сделаем вот таким образом. И все у нас будет хорошо. Так. Ну, вот это область сельского хозяйства. Так, Ctrl-B. Ctrl-A. Вот такой вот перекресток у нас здесь остренький будет. Как думаете, нам хватит? Давайте посмотрим. Занял ли я всю область? Ну, почти. Почти. Вот тут еще... Кстати, если выровнять вот эту площадку... Ой, боюсь, земли сюда много придется. То тоже можно увеличить. И также смотрите вот этот кусочек. А вот, кстати, с этим кусочком я, наверное, займусь. И сделаем мы это следующим образом. Блин... Слушайте, они очень хорошо получаются. Так, что у меня на уме?
мы проведем с вами сюда, сейчас уберем Ctrl-A, мы сюда проводим дорожку и делаем здесь отдельно. Но посмотрите, все машины, едущие отсюда, будут делать поворот налево, а ну, здесь поворот направо, это не страшно. А вот те, которые будут ехать в этот район, например, отсюда, будут ехать прямо, мешая тем, кто поворачивает отсюда налево. И те, которые... Да, и те, которые будут возвращаться, здесь тоже. Ну, не, но они будут вливаться в поток, в принципе, тут меньше проблем. Желательно тогда поставить здесь тоже круговое движение. Два круга рядышком, это не очень хорошо, но придется сделать. К сожалению, это факт. Иначе у нас будут здесь пробочки. Так, я думаю, большой круг делать не будем. Вот так вот на 6. Давайте 6 на 6. 6 на 6. Вот так вот. Теперь все это. Эх. Ну, надеюсь, я не перепутал направление. Восстанавливаем дорожки. Да, вроде все хорошо. Ой, здесь у меня двойные, да? Надо будет четверные ставить. Ладно. Надо было действительно четверочку здесь ставить, а не двоечку. Но ничего страшного. Это все элементарно заменяется. Все это теперь четверочки. Обязательно надо будет провести сюда не только шоссе, может быть, даже сделаем тоннель из города. Вот где-нибудь продолжение вот этой дорожки у нас получится. Да, она широкая, проходит через... Ну, хотя она не особо. Но все равно попробовать стоит. Конечно... Сейчас я пытаюсь сделать так, чтобы он хоть как-то выглядел. Вот так вот, если она будет проходить. Ладно, придумаем. Продолжаем строить. Нам все-таки надо увеличивать. Свое производство в городе это намного лучше, чем нежели постоянно закупать, от кого-то зависеть. А так у нас будет свое сельское хозяйство. Давайте даже, наверное, вот таким образом сделаю. Вот так вот. Ух. Вот. Ну что ж, вот такая вот у нас получилась зона. Давайте снизу тоже сделаем. Что-то я... Снизу мы сделаем немножко другим способом. Здесь будем делать. У нас получается перекресток, на котором будет много поворачивать направо. На следующем много поворачивать налево. И потом, если что, здесь тоже будут поворачивать. Посмотрим, насколько эффективна будет моя стратегия. Проверяем за... Да, посмотрите, здесь сельское хозяйство у нас как раз хорошо будет идти. Сразу же давайте обозначим это одним большим районом, на который потом... Ой, давайте побольше выберем. Вот так вот. Вот такой вот у нас будет райончик.
Какие там у нас появились... Ну ладно. Нормально, нормально. Так, основные моменты. Это парки и площади, которые нам необходимы в городе. Ну какой? Так. Два таких парка. Несколько маленьких. Добавим дополнительно парк для выгула собак. Не, я думаю, парк для выгула собак мы не будем ставить. Эти все украшения нет. О, кстати, можно повесить вот этих штучек. Они как раз выглядят как рабочие лошадки для нашего города. Это будет, ну точнее, для нашей промышленной сельскохозяйственной зоны они неплохо подойдут. Так, давайте еще какой-нибудь парк. Не, ну слушайте, слишком большоватый. Большие парки — это, конечно, хорошо. Эх, ну не влезает, к сожалению. Есть что-нибудь... О, вот такой вот. Здесь и вот тут. Так. И давайте что-нибудь из нашего новенького, так скажем. Здесь поставим. И, наверное, знаете, вот тут при входе. Да, вроде бы мы с вами всю зону задействовали. Хотя вот с этой стороны у нас еще нету. Так, в эти все подсказки. Я, конечно, понимаю, что у нас там много чего всего появилось. Это мне намекает вот про эти всякие водяные резервуары, службы откачки воды. Так, 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 парки. Парки, парки, парки. Ой, вот такой, наверное, парк. Ну и хорошо. Теперь давайте назначать зоны. Ой-ой-ой-ой-ой. Прежде чем мы это будем делать... Так. Я забыл, где это находится. Ага, вот тут у нас находится сельское хозяйство. Нужно сразу же назначить. Иначе у нас тут будет хрен знает что. Ну и давайте. Места оставлю для магазинов. Ближе сюда к кругу. А, кстати, у нас они не соединены пешеходными дорожками. И это не есть хорошо. Нам бы их, кстати, соединить. Ладно, соединим. Подумаем насчет этого. Ух, там кусочек у нас остался незадействованный. Ну и чуть-чуть здесь магазинчиков. Здесь много не надо. Надо, чтобы было хотя бы чуть-чуть. Следующий райончик. Здесь будут магазинчики. Здесь около парка тоже. И с этой стороны. Все остальное. Сельское хозяйство. Работаем. Ну что ж, у нас появляются первые и начинают кричать. У нас нет воды. Спускаем с гор воду. Эй, как звучит-то. Спустили с гор воду. И проведем ее через наш городок. Чтобы у нас везде была водичка. Ну, такие стандартные райончики получаются. Ничего новенького мы тут с вами не сделали. Но зато у нас теперь будет сельское хозяйство. Это очень и очень хорошо. Я думаю, когда все-таки доделают модификации с дорогами,
Без них играть мы, к сожалению, вообще не можем. Я пытался запускать игру, пытался даже заменить все дороги на стандартные, для того, чтобы отключить мод на дороге, но, к сожалению, это вызывает постоянно ошибку. Поэтому ничего я сделать так и не смог. Ладно, нужно электричество им провести. Я так уже смотрю, кое-где у нас появляется электричество. Вот, пока что сделаем так. И дальше поведем стандартной линией электропередач. Вот сюда. Электричество у нас с вами с достатком, поэтому, я думаю, проблем не возникнет. Если что, мы и вот этот участок тоже сделаем под сельское хозяйство, но я думаю, мне этого очень хватит. Так, пока они въезжают... Ой, что это такое? Опять какие-то галюны. Но я говорю, мод на дороге, он как-то кое-что ломает, кое-что делает нормально. Наша задача — соединить пешеходными дорожками сейчас. Эх. Да блин. А, ну она тут соединилась. Хорошо. Раз соединилась, значит пройдут. Чтобы люди здесь у нас ходили. Вот так. Ладно. Все, люди здесь могут ходить. Конечно, как-то некрасиво и неэстетично. Можно все это подправить. Вот таким вот образом. Ну, чтобы было аккуратненько. О-о-о. Не надо. Давайте фонарик мы все-таки в эту сторону вытащим. Вот. Вот смотрите, уже намного красивее получается. Так, хорошо. Выровняем тогда тебя вот по этой дорожке и здесь подвинем. Так. Так, ну вот, смотрите, уже намного красивее. А то получилось, блин, хрен знает что. И сбоку бантик. Так. Вот. Так вот. Нет, придется все-таки вот таким образом сделать. Ага. Ну, вот. И давайте мы тебя тоже вытащим. А то ты где-то не там встал. Совсем где-то не там, но ничего не поделаешь. Так, здесь все выправляем. Ну вот. Это не то, что было в самом начале. Теперь пешеходные дорожечки вокруг у нас выглядят достаточно красиво, цивильно. И надеюсь, люди будут ими пользоваться, как только здесь появится электричество. Давайте мы с этим делом им поможем. Наверное, сделаем вот так вот. И вдоль дороги тоже. Вот, соединили. Хорошо. Здесь у нас тоже соединено. У нас почти 7000 катается по городу машинок. И 5000 в общественном транспорте. Ну, не очень, конечно, много. Но хотя бы столько. Блин, зря я сразу же большую область назначил. Надо было вначале вот этот райончик сельским хозяйством сделать, чтобы они вот так вот не распалялись. То здесь, то тут, то тут. Просто сейчас они все будут требовать электричества. И я так думаю, я зря это сделал, что сразу же во всех местах начал это строить. Ой. Ну ладно.
Ладно, деньги у нас есть, можно особо не париться. Вот так вот соединим вдоль шоссе. Сюда электричество мы провели, здесь электричество есть, есть этот кусочек, ну уж извините. Уж ради вас я не буду здесь по центру ставить разные соединения. Ой, а что это у нас с электричеством? Давайте посмотрим. Нет, здесь все соединено. Может, здесь не соединено? Да нет. В чем тогда проблема? Ну ладно, давайте, уговорили. Ставлю здесь. Ага. Да, вот, электричество пошло, 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 пошло. Ладно, сельским хозяйством мы с вами чуть-чуть разобрались. Но это только самое начало, поверьте. Здесь нужно выставить пожарных. Притом пожарные... А давайте мы поставим здесь большую пожарную станцию. Вот где-нибудь здесь. Помним, что... нужно очень большое количество пожарных на промышленные зоны ставить. У них очень высокая потребность. Очень высокая. Также давайте мы и подумаем о коррупции. Чтобы они у нас не воровали наш хлебушек. О, я, кстати, да, скачал платные дорожки. И потом мы их с вами поставим. Может, полицейский вертолетное депо? Нет, вертолетное депо, наверное, пока ставить не будем. Я ставлю обычные, потому что... Ну, вот эти просто очень дорогие. Я пока что боюсь, что они... Хотя... Так, это здесь 10 машин. Да, давайте, наверное, все-таки поставим такую... Нет, здесь мы точно тебя ставить не будем. Надо также распределить с одной стороны и с другой, чтобы полиции было много. Здесь, наверное, мы вот так поставим. Здесь у нас коммерция. Отсюда полицейские будут выезжать. Хорошо. Нам бы еще и действительно депо полицейских вертолетов сделать. Вот это я очень хотел. Давайте мы вас... Куда бы вас поставить-то? Депо полицейских вертолетов. Ну, здесь у нас тоже коммерция. Что... Интересно, они в город будут летать? Ладно, давайте... Нет, ну, здесь точно не будем. Давайте я еще дорожку проведу. И здесь мы поставим депо полицейских вертолетов. По-моему, уже здесь нету ничего такого. Я имею в виду... А нет, здесь у нас все хорошо. Вот тут нету. Вот, значит, с этой стороны поставим. Вот это место у нас будет под депо, депо полицейских вертолетов. Мы с вами его еще не ставили. Давайте поставим. Так, это тюрьма. Вот оно, депо полицейских вертолетов. Вот, ну и давайте посмотрим на это здание. У меня сейчас first person камеры нету. Ой, и они сразу же полетели что-то. Я выключил мод персональной камеры. Ну, то, что можно было бы ближе смотреть. Потому что он что-то несуразное делал у меня... с камеры. До сих пор даже эффект один остался. Видите, я провожу, а там двойные, тройные здания появляются. Не знаю, как от этого избавиться. Наверное, придется переустанавливать игру или что-нибудь еще. Но я решил не рисковать. Да, смотрите, он полетел в город. Ладно, давайте мы не будем. А как тебя бросить? А, все. Просто... переместиться от него. Ой, воды. Водычки нету. Давайте проведем воду. И все будет хорошо. Вот таким вот образом.
Вот, так что мы поставили с вами депо полицейских вертолетов. Выглядит оно вот таким вот образом. Да уж, на самом деле, почти то же самое, что и с пожарными вертолетами. Только цвета разные. Можно даже где-нибудь рядышком и пожарные вертолеты поставить. Здесь есть где поблизости набирать воду. Надеюсь, они в таких ручейках умеют набирать, а не только в озерцах. И лететь тушить. Давайте действительно так сделаем. Поставить полицейские вертолеты. Ну, в принципе, как вы видите, они одинаковые. Ну, почти. Ну, не совсем одинаково, хорошо. Но очень близки. Наверное, проведу здесь вот так вот. И здесь мы ее с вами поставим. Вот таким образом. Ну, смотрите, особо сильно... Ну, ангары отличаются. Вот так вот у нас выглядит депо. И опять у него нет воды. Ну, посмотрим. По крайней мере, сразу же здесь не появились вертолеты и ничего не начали делать. Это меня уже радует. Так, по деньгам мы не в минусе. Воду надо. Давайте подведем водичку. Да, видите, тут какой-то эффект появился непонятный. Так, сельское хозяйство начинает развиваться у нас. Два кольца действуют. Сюда едут машинки. И пока что я тоннель проводить не буду. Временно. Это пока. Я смотрю, у нас кое-где начинают образовываться пробочки. Да. Пробочки. Ну, этим мы с вами займемся потом. Пока что мне интересно... О, какое здание. Недостаточно рабочих. О, как глючат машинки. О, я, кажется, понял, с чем это связано. У нас появилась одна машинка, которая несовместима... Вот видите, вот это вот. Это говорит о том, что у вас какая-то машинка. Да, и она где-то здесь. Которая... Вот, скорее всего, ты. Потому что это все у нас обычные. А, или вот есть. Вот, так что, если у вас такое происходит, значит... Есть какая-то машинка, несовместимая с последними модификациями. Ой, не последними модификациями, с последним DLC. Даже если он у вас не стоит. С последним обновлением. Во. Вот так будет самое правильное сказать. Так, снимаем с паузы. Потом я эту машинку удалю, найду. Вас мучить не буду. Сколько у нас там уже идет серия? 28 минут. Давайте... потихоньку завершать, но не прямо сейчас. Сейчас у нас тут немножечко подрастут, надо увеличить скорость и посмотреть. О, смотри, какие здесь вырастают. Видели такие здания? О, тут капусту выращивают. Есть еще какие-нибудь интересные здания? Ну, это все обычные. Такие у нас есть. Это опять капусточка. Просто загончики тоже были уже. С этой стороны везде нехватка рабочих. Ну, сюда надо везти... О, это у нас полицейские вертолеты летают, да? А это ты пожарный? Нет, полицейский. Так, ну вот она, вереница у нас идет. Сюда рабочие. Ну, кто-то туда уезжает.
Ой, а почему в одну и в другую сторону? Да вы чё? Я не заметил, и сейчас модификации нету, которая показывает линии. Давайте-ка все это выправим правильно, чтобы это было. Вот, вот теперь все правильно. Здесь-то у нас нету такой чехарды. А то я смотрю, блин, они почему-то поворачивают налево, хотя должны направо и двигаться по кругу. Скорее всего, да. Какая-то из этих машинок у нас. Ну ладно, не буду сейчас. По крайней мере, все хорошо. Не хватает воды. Ах да, я вас обделил. Эх, работнички. Вот так вот. Все. Проблем нету? Проблем нету. Ну ладно, они сейчас постепенно будут, уже начинают некоторые покидать из-за того, что рабочие сюда не успели приехать. У нас уже 7100 машин в городе. Как сельское хозяйство-то поднимает потихонечку. Все самые ленивые выбрались из домов и поехали. Да, особенно вот это место меня начинает волновать. Как видите... Ой. А нет, все правильно. Здесь я так делал... Да-да-да, я вспомнил, почему я так делал. Так, тебя давайте мы вот так переставим. Здесь бы кольцо на самом деле сделать. А вообще желательно бы вот здесь... Здесь маленькое, здесь большое. Хе-хе-хе-хе. Ну ладно. Все это у нас потом. Этот перекресток нуждается 100% в светофоре. Да, светофор я поставил. А виновника исчезания машинок я найду. Видите, не все машинки исчезают. Но это из одной. То же самое, кстати, было с машинами от пятого элемента. Я тоже тогда, когда запустил, я не мог понять, почему машин нету. Я как только приближаю, они все пропадают. Это вот как раз была одна из таких проблем. Ну ладно, надеюсь, эту проблему решат. Всем спасибо за просмотр. С вами был Тормод. Я очень жду обновления для того, чтобы уже продолжить играться с... катастрофами. Катастроф в данный момент у нас нету. Я выключил это в настройках игрового процесса. Вот, случайные катастрофы я сейчас выключил. Вот. Для того, чтобы не ловить разные глюки и ничего у нас с вами не ломалось. Всем спасибо за просмотр. С вами был Тормод. Всем пока.